Профессиональное образовательное учреждение и работодатели – тандем неразделимый. Теперь еще и скрепленный официальным союзом. Республиканское министерство образования и торгово-промышленная палата подписали соглашение о взаимодействии. Ориентация на технические специальности. В республике ощущается нехватка именно таких кадров. В рамках соглашения будут создаваться ресурсные центры на базе учебных заведений. Некоторые местные предприятия уже позаботились об этом и успешно готовят кадры. Например, на базе электромеханического колледжа и строительного техникума. Кроме этого, появится центр сертификации профессиональных квалификаций. Его задача – повышение качества образования, обучение экспертов из числа высококвалифицированных рабочих и специалистов. Выдаваемый им сертификат не должен дублировать диплом, подчеркнули на подписании соглашения. Он свидетельствует о специальных практических знаниях, умениях и навыках. Социальное партнерство работодателей, образования и власти – это треугольник, все стороны которого неразрывно связаны между собой, сказал Игорь Кустарин. К процессу создания подобного центра мы шли уже 12 лет, подчеркнул он. Работодателям предложили рассмотреть и стимулирование сертифицированных специалистов. Когда мы начинаем сертифицировать квалификации, что мы говорим? Мы определяем уровень, о чем вы говорили, Игорь Иванович. Какой же должен быть уровень этих специалистов, да? Это очень важно. Второй момент. Вот вы упомянули, я бы был очень признателен, и мы, наверное, поддерживаем бизнес и учебные заведения. Нам надо посмотреть государственную общественную экспертизу, аккредитацию образовательных программ. Очень важно. Мы все разные. И важно, кто как готовит. Это не значит, что надо кого-то сразу закрыть. Просто надо говорить, что если ты хочешь готовить этих специалистов и хорошо готовить, у тебя должны быть выполнены следующие требования.